Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Отлично, так, в магазине мы с тобой открываем колоду. Кстати, сколько у меня с тобой откатов? Ну-ка, давай-ка глянем этот момент. Где откаты, эй? 25 штук. Слушай, я думаю, что нам этого хватит. Хотя, может быть, даже на турнирке нам и драться не придется. Слушай, меня сбросили до 49 ранга. Ты посмотри-ка, что делают, а, жучары. Ну, как говорится, кукиш с маслом им. Поэтому давай-ка быстренько с тобой обратно залетим в топчик, да? И будем там сидеть, припеваючи, как говорится, жить и не тужить. Ну что, возьмем с тобой, наверное, Лео, Усаги. Я попробую сейчас, ребята, не тратить откатов, а сыграть. Тогда мы сделаем немножко по-другому. Я возьму Леонардо вместе, ну, предположим, с Рокзаром. Вот так я сделаю. А вместе к нему я прицеплю. Так, погоди, прицеплю. Здесь же 79 уровни. Тут уже не получится, ребят, так, на шару. А здесь, ну, давай Зека возьмем. Все, Зека возьмем и вот так вот. Надеюсь, Леонардо меня не подведет. Если Усаги, как говорится, может еще повесить постепенный урон, то от Леонардо здесь зависит многое. То есть, как он сделает урона на свой первый ход. Смотри, Зек бомбанул. Ну вот, смотрите, мы получили с вами дебаф. И это очень плохо. Трындец. Так, ну что, наверное, будем с тобой брать в провокацию, конечно же, нашего Рокзара. Так, морозилка лечить будет тут, понятное дело. Так, бросаем паутину. Так, меткость понизили, это уже хорошо. Хан, я сомневаюсь, что он сможет пробить нам Рокзара. А вот Донни опасен, потому что, ребята, у него есть массовая атака сюрики. И по нашим ослабленным бойцам, если такой урон пролетит... А он пролетит! А, слава богу, никого... Так, отвали, отвали, Рокстеди! Блин, дайте мне хильнуться. Кто у нас там будет первым ходить сейчас? Морозильная кошка, да фиг тебе, никуда ты не будешь ходить. Будешь валяться у меня там. Так, Лео, красавчик, давай хиляй нашу команду. Шикарно. Так, теперь, наверное, мы сносим с тобой Хана. Есть контакт. Плевок, что ли, сделаем? Давай плевок сделаем. Отлично. Так, Шреддер может еще захилять. Ну, нам этого не надо делать, мы просто попробуем его сейчас забомбить. О, тю-тю-тю-тю, тихо-тихо-тихо. А тут контратака висит. Я боюсь, как бы он не бросил гранаты свои. А, нет, ребят, ничего он не бросит, потому что Лео его уничтожает. Но, согласись, было немножко напряженно играть без Усаги. Тут, конечно, особенно когда Зек бросил свою бомбочку. Такой смешной урон нанес он, что я уже думал, что все, ребята, крышечка нам пришла. Ну, как-то выкрутились. Хорошо, давай тогда дальше с тобой двигаться. И здесь я возьму, наверное, Алекса. Нет, я не буду Алекса брать, я возьму вот Дастина. Я возьму Дастина, возьмем с тобой Усаги, Бакстера Стокмана. Возьмем Донни. Тигра я возьму и... Карайку. Слушай, мне нужен провокатор здесь, а это железноголовый пойдет. Да. Ну, отыграть, конечно, всеми здесь не получится, ребят. Нам в любом случае придется брать обратно Леонардо и Усаги. Не получится в топчик зайти без их помощи, ну никак. Так, ну что ж, давай посмотрим, как у нас с тобой получится все. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Так, Донателло вот этот нас немножко... Неужели хильнет? Точно, успел хильнуть, а? А ну-ка, Маузер, вперед. Минус Донни. Так, кого он будет бомбить? Ну, в любом случае, кого бы он ни начал бомбить, он не добьет. А вот я Ваньку, наверное, сейчас уничтожу. Так, Ванюша упал. Ну давай тогда возьмем провокацию. Так, что он там делает? Нет, парень, это тебе не поможет. Ну, давай, Шархан, уничтожь его. Ну вот, как-то таким образом, ребята, я и хотел, чтобы все у нас получилось. И мы здесь идем с тобой дальше. Надеюсь, какая-нибудь там 30-я позиция будет у нас. 29-я. Ну, неплохо. Еще где-то у нас с тобой, получается, два боя. Возьмем, наверное, Якуба.
Возьмем Якуба. Придется, ребята, я вам говорил, брать в откат Усаги Лео и отыгрывать наших персонажей. Потому что, ну, мы с тобой очень медленно идем. Очень медленно. Как-то по 9-10 ступенек — это максималка, что мы можем с тобой выжить. А у нас, не забывай, еще испытания не все пройдены. Так что давай-ка зажигать. Ну что же, Усаги делает свою суперкрученную вертушку. Так, постепенно урон не на всех упал, но я думаю, что сейчас Лео добьет их. Отлично получилось. И сейчас мы посмотрим, куда мы с тобой переместимся. Наверное, где-то будет 10-я позиция. Это в лучшем случае. В худшем — день 14-12. 18-е. Понятно. Ну что, тогда еще два боя нам придется с тобой драться. Я хочу взять вот такую вот команду. Как думаешь, у нее есть шанс выиграть? Здесь мы не взяли с тобой ни Усаги, ни Леонардо. Чисто своими силами попробуем. Естественно, начинаем с уклоняшки. Потому что, ну, без уклонения тут будут вообще наши шансы малы. Хиллер у них кто? Только один, это Шреддер. Опачки, а вот это, ребята, все это кранты. Это кранты. Карайка ватная не выстояла, а? Ты посмотри. Да, слабачка, несмотря на то, что на ней было уклонение, ребята, это ее не спасло. Вот так вот. Ну, что поделаешь, вата ватой. Так, может, ты отвянешь, а? Ну, тебя еще не хватало тут, петрушка. На. Так, давай без масс. Блин, еще одного бойца теряем с тобой. О, выжили. Я, если честно, думал, что сейчас Крис Брэдфорд у нас упадет, потому что у него там, ну, здоровье, сам видел, сколько было мало. Так, минус Бибоп сейчас будет у нас. Отлично. Так, этот в инвиз уходит, нам это не страшно. А значит, мы с тобой уничтожаем Бибопа и... давай тройным укусом. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы уничтожить Микеланджело, да? Отлично. Но Карайка, как ты видишь, меня все-таки подвела. Шлепнулась. Инициатива у нее должна быть великолепна, но она, в принципе, сделала, да, она бросила свои кунаи, но это нас не спасло. И какое место мы получаем с тобой? 12-е. Вот об этом, друзья мои, и речь шла в свое время, когда я тебе говорил, что без Леонардо и без Усаги здесь делать просто нам нечего. Понимаешь, никто не вытягивает, абсолютно никто. Только эти два бравых, как говорится, персонажа могут разрулить любую ситуацию. Хоть на арене, хоть где. Остальные, ну, не вытягивают. Кто-то будет падать. Кто-то будет падать, кто-то будет получать офигенный урон, по инициативе будет проседать. А эти два молодчика, ну, просто делают офигенные вещи. Вот и все. Так что это пока незаменимые у меня бойцы. Дальше будет, конечно, все видно, когда мы прокачаем кого-то еще до соточки, да? Давай топчик мне уже, в конце концов. Есть, все, ребята. С лигой мы с тобой заканчиваем. Так, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа — это мы все с тобой сделаем. Пройти серию испытаний. Так, нам нужен кто? Змейковьюн, да? Мы на него, по-моему, еще до сих пор не нашли все, что нужно. А нужно нам дофига чего. Давай искать чеп-планшеты. 6 штук нам нужно. Так, один уже в кармане. Один уже в кармане. Ну давай, не жмись. Так, второй. Поехали дальше. Третий. Остается 3 штуки найти. Четвертый. Ну давай, давай, давай. Пятый, не жмись. Нет, нам дают не то, что надо. Комиксы какие-то, ну. Ты серьезно, блин? Ага, вот. И последний, наконец-то, наконец-то, ребятушки. Ну что, это только начало. Нам теперь нужно найти с тобой 8 очков. Так, одни есть. Понятно. Кстати, мы с тобой задание уже выполнили, так что заканчиваем с поисками. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа и пройти одну серию испытаний. А, так, кого мы с тобой будем... давай-ка здесь, во-первых, поменяем. Кого мы с тобой будем сейчас повышать по уровню? У нас с тобой 61 тысяча мутагена. Не кисло, я тебе скажу. Очень не кисло. Ну, блин, кого вот, как ты думаешь?
Джастина я вроде бы хотел, да, ребята, прокачать. Нифига я его качнул сразу до 67 уровня. Слушай, ну мне понравились у него. Вот эта вот атака особенно классная. Если, мне кажется, ее прокачать будет вообще имба. У него две массовые атаки. Вот и вот. Плюс у него какая-то пассивка. Джастин хорошо приспосабливается к неблагоприятным условиям. В начале хода есть вероятность 15% усилить защиту от воздействия союзников на 50%. Ну согласись же, классно. Да, наверное, мы с тобой будем Джастина прокачивать. Джастин, да, он переплюнул Ваньку. Так что пока... А, у нас же еще Шреддер, блин. Нет, все-таки Джастина будем прокачивать, наверное. Так, ну что, пройти серию испытаний, друзья мои. Давайте мы, наверное, с вами не то что пройдем, а пробежимся. Пробежимся полностью и закончим сегодня, да, эту серию испытаний. Но я думаю, после того, как мы пройдем вот эти испытания. Так, мы с тобой остановились на городская война, да? Вот здесь мы с тобой не допрошли, потому что у нас не хватило сыра в прошлой серии. Так, насколько я помню, у нас с тобой здесь не особо сильные, конечно, персонажи. Крис Брэдфорд. Ага, раз, два, три. Ну, тигра я, наверное, брать не буду здесь. Это слишком опасно для него. Вот попробуем этой незабвенной четверочкой пройти. Поехали. Так, понизили меткость. Добили. Так, давай защиту, наверное, повесим. Мне нравится у Криса Брэдфорда. Ты видел, какая у него там на груди медаль? Офигеть, больше, чем он. Поехали. Так, снесли голову. Ага, контратака была. Добили. Тут 4 волны. Переходим с тобой на вторую. Ну, здесь стрелозад плюс 2 дрона. 3 дрона. Ну, стрелозад ватный. В принципе, эти дроны тоже ватные. Так, уничтожение. Ну, у нас... А, нет, у нас защита только лишь висит на Крис Брэдфорде, да? Хорошо, распитое мышление. Так, двигаемся дальше. Опять 2 стрелозада плюс 2 киборга. Сейчас мы их разберем. Давай вот так, наверное, сделаем. Добей. Отлично. Ну и 2 киборга у нас тут остается. В минус. И в минус. Последняя волна. И тут у нас хлопчики стоят. Ну, здесь можно, друзья мои, уже применять массовые атаки. Даже можно баф повесить. И поехали. Пошла волна. О-о-о, посыпались роднульки. Да. Я, честно говоря, думал, что мы тут будем с тобой долго воевать. Но, как видишь, все отлично получилось. Получается, у нас впереди остается 2 боя. Это мой Алапекс. Да, это мой Алапекс. Получаем с тобой. И сейчас идем за Шинигами. Уровень, как ты видишь, уже 75-й. То есть на пределе. Мы с тобой 80-го уровня. Ну что, понеслась? Опа, замедлили. Ну, теперь остается только лишь разобрать их всех по-быренькому. Так, а волн здесь будет 5 штук. Вот оно как, да? 5 штук. Ладно, стрелозад плюс 2. 3 дрона. Давай, наверное, баф сделаем с тобой. Что-то как-то ты, Крис, фигово бафаешь, на самом деле, нашу команду. Очень фиговенько. Так, ну с этими будем тоже разбираться. В минус. Так, усиленная атака вот поэтому идет. Давай когтями его. Окей. Что ты там делаешь? Ускоряет, да? Ускорил команду свою. Этот дрон. Так, а мы с тобой повесим доп-защиту. Ну, понеслась. Давай сюда ракеты. Сюда. Давай просто ударим. Добьешь? Молодец. Так, а если вот таким? Блин, фиговенько. Плохенько. Добил, молодец. Так, предпоследняя волна. Леонардо, майки. Вот попробуем сделать вот так. Добиваем с тобой майки, чтобы он здесь уклоняшку не вешал, да? Плюс морозильную кошку, чтобы она не хиляла. И Леонардо. Интересно, он погибнет, нет? Ну, сейчас он погибнет. Все. Последняя волна. Кунаичи.
Карайка. Так, ну, бросаем вначале бомбочку на замедляку. Ну, более-менее сработало. Так, берем провокацию на Рокзара сразу же с тобой. Фиг тебе, блин, попал. Так, надо уничтожить здесь, наверное, Кунаичи. Оу, тихо-тихо-тихо, Кунаичи сейчас будет, наверное. Я на самом деле думал, что она будет массовую атаку применять. Ага, уклоняха висит. Блин, сейчас Рокзара разберут меня. Так, надо нам попробовать, наверное, Карайку блокернуть. Солидно. А добить? Получилось. Вешаем доп защиту на себя. Карайка, блин. Ай-яй-яй, это больно, ребята. Ну-ка попробуем добить. Есть контакт. Ух. Блин, я, честно говоря, за Рокзара немножко испугался, потому что у него очень было мало здоровья, особенно когда Кунаичи начала делать свою массовую атаку, а она у него очень сильная. Я удивлен, как мы ее пережили. Так, ну и смотри, что у нас с тобой получается. Мы можем здесь пофармить. Кстати, вот эти три персонажа нам нужны. Давай попробуем. Нам же сыр никуда больше не нужен. По-моему, никуда, да? Здесь мы с тобой не пойдем, потому что... А почему не пойдем? Пойдем мы сюда с тобой. Вот так вот. Как думаешь, потянем, а? Три волны. Ну а почему бы не попробовать? А вдруг я пройду? Ну-ка. Естественно, придется, ребята, массовыми атаками здесь бомбить. Ага. Так, поехали. Положим, нет? Ну, почти хорошо получилось. Ай-яй-яй. Зачем блокировать способности-то? Блин, что делает? Ну-ка. Минус. Минус. Переходим с тобой на вторую волну. Там у нас кто? Бакстер... О-хо-хо-хо-хо. Я даже не знаю, что и делать-то нам. Так, ну, давай, наверное, усиление атаки сделаем. Уклоняшки нету. Давай бомбить. Сейчас будет трындец, я тебе серьезно говорю. Хиляться. Хиляться, наверное, пока не стоит. Давай сделаем проникающий на Рокзара. О, они еще и защиту повесили на себя. Слушай, это плохо. Да иди ты в пень. Так, нам хиляться нужно срочно. Блин, и этот теперь берет провокацию. Слушай, я возьму провокацию, наверное. Зря, конечно, но пускай будет. Я буду хиляться сейчас. Я попробую захиляться, друзья мои. Если, конечно, выживем. По идее, два хила у нас с тобой должны здесь устоять. Должны. Так, твои маковку, а ракеты. Да чтоб тебе, ты посмотри, что они делают. И защиту понизили, да вообще оборзели. Ну-ка. Мне нужно уклонение, понимаешь, как можно быстрее. На тебе, гаденыш. Этот еще тут со своей фиговиной. Фиг пробьешь этого, да? Очень жестко бомбят, друзья мои. Очень жестко бомбят. Смотри. Ой, нет, промахнулся. Слава богу, ребят, промахнулся. Вот, уклонение, я надеюсь, оно нам хоть поможет здесь как-нибудь. Так, этого в минус. Отлично, так, этот будет сейчас. А, мы ходим. Мы ходим, давай, наверное, вот этого. Ну, ё-моё, он... Блин. Горелый. Я не знаю, на чем мы с тобой живем. На добром слове, если честно. Есть контакт. Вертушка, слушай, вертушка от Лео. Я ничего не теряю, верно ведь? Трындец. Хил. Нам нужен с тобой хил. Если мы сейчас Криса Брэдфорда ушатаем, то на следующей волне нас распишут. О-о-о. Я даже не знаю, что и делать здесь. Просто не знаю, как тут быть. Ну-ка. Даже муху не уничтожили. Так, предположим, теперь что, Шреддера? Ну, ладно. Так, естественно, хил врубает.
Распетрушат мне. А, погоди, погоди. Погоди. Да иди ты, блин, со своей мощной этой атакой. Сейчас это, наверное, ну, с разбега все, кранты. Хиля. Я только на хилах, ребят, сижу. Я не знаю, как тут еще можно противостоять им. Если я возьму провокацию. Фигово, да, будет? Поехали тогда так делать. Раз. Твою ж налево. Ага, хорошо. Кого рубит? Все достается Рафаэлю, бедолаге, а? Давай этого тигра нафиг сносить отсюда. Сейчас стрельнет. А, уклоняху делает. И мы тогда сделаем с тобой уклоняху. Давай, давай, давай. А вот нам повезет с тобой. Смотри, смотри, что происходит, ребята, а? Блин, тут постепенный урон. Вот попробуем так сделать. Есть контакт. Промахнись. Промахнулся. Так, я, наверное, сделаю вот сюда. Блин, а если я промахнусь? Нет, не должен. Ага. И добиваешься, надеюсь. Фигушки там. Е-е-е. Друзья мои, втроем, втроем мы прошли. Ты прикинь. Блин, ну это было жестко, ты видел. Я практически на отхилах тут сидел. Снаряжение кланфуд я все-таки заработал. Это классно, мне нравится. Вот этот вот мне нужен орнамент, если честно. Давай, наверное, попробуем с тобой. Сколько? Ну, два разика. Блин, карты эти. Все, все, хватит. Я просто хотел. Вот здесь. Нет, не здесь, где я там? Вот эти, блин, нет. Вот тут тогда. Слушай, ну здесь нет смысла идти, я думаю, да, ребят? На восьмой эпизод. Тут 85 уровень, они меня разбомбят. Я не думаю, что надо идти. Попробуем. Блин, вот этот тут майки мне не нравится. Вот лезет везде. Ладно, давай. Ой, что я делаю? Давай вот так вот, камень-талик. Радарные маяки, вы серьезно сейчас, а? Понятно, короче, специально запороли мне все. Просто специально все мне запороли. Так, что у нас тут? А, пройти серию испытаний. Ну что, ребят, теперь мы с тобой со спокойной душой идем на серию испытания. Давай. Смятение из другого измерения. Поехали по кругу, как всегда, ребят. Так, а может быть нам... Да, ладно, пускай будет... Нет. Ну, блин, пускай, пускай будет. Я просто все время забываю, что майки у нас, ну, хиллер. А куда мы с тобой без хиллера? Да никуда. Так что будем бомбить. Поехали, наказываем с тобой Да, уж наказали, конечно. Ну, вот теперь молодец. Усаги, конечно, знает свое дело. Плюс под двойными атаками. Вообще великолепно все выходит. Добиваем. Так, и приходим с собой на последних шитиков. Так, я думаю, здесь надо... Ага. Уклоняха у нас с собой в откате. Ладно, добиваем. Вот этого надо уничтожать. Сейчас в стойку встанет, фиг пробьешь его потом. Угу. Так, защиту понизили, это плохо. Ой. А что так жестко-то бомбанул? Ты тихо! А чё так серьезно жестко-то бомбят ты? Ты посмотри, сколько они здоровья стали. Чё за фигня? Я не понял юмора. Ну-ка, хиляемся, конечно же. Чё за дела-то? Все, норм. Фига себе. Это училка бомбанула. Я видел, ребята, когда она звезданула, у нас сразу с вами здоровье тюх, улетело в никуда. Нет, такого нельзя лишь позволять. Хм. А то я тут расслабился, сижу как царь на сковородке. Нет, 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 надо всегда быть в напряжении, друзья. Всегда быть в напряжении, потому что не знаешь, откуда прилетит очередная плюха. Понимаешь? Так, вот зэк со своей тоже инициативой. Кстати, не кислой инициативой довольно-таки. Блокирни, пожалуйста, его. Ну, Усаги, ну, во, хотя бы вырубил. Правильно, так и надо. Как говорится, если не можешь заблокировать, то лучше тогда его просто уничтожь. Противника. Вот как делает это Леонардо и не Рафаэль.
Так, ну что, вторая волна последняя. Здесь у нас... Да что тут, в принципе, переживать не за что. Да ладно, сделаем с тобой вертушку. Нейтрализатор, он ничего особого здесь не сделает. Муха там сам знает, что же обделается сразу же, как только звездюльку получит. Она ее получит. Вот и все. Так, а, Шархан выжил, ты посмотри. Ну, пройдоха мелкий. Ну и добиваем нейтрализатора. Отлично. Так, ну что, переходим с тобой на следующую битву. Ох, я не, жду не дождусь, когда мы с тобой встретимся с Крэнком. Как он опять там будет ручки свои пожинать, потирать. Давай, наверное, вот сюда начнем. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, вот, кстати, я радуюсь, играю, да? А у меня у Майки здоровья-то маловато. Если найдется антикласс, который звезданет по нему, он рассыпется. Угу. Ну, теперь я спокоен. Теперь никто у нас не рассыпется. Дай боже, все они промахнутся. С удара, классно. Ты посмотри, попало все-таки, а? Попала эта жучара. Отняла немножко здоровья, но она, главное, попала. Уклонение не сработало. Тьфу. Ладно, давай-ка, маузеры, пробежимся. В плане, блин. Муха, иди отсюда. Так, будем с тобой острозуба уничтожать. Раз. Добивку. Два. Так, этого в расход. И этого маузера тоже с тобой сейчас в расход. На самом деле, если бы у меня была возможность сейчас похиляться, я бы, конечно, хилился. Потому что мы с тобой бегаем на острие ножа. Вот я тебе серьезно говорю. Найдется антикласс, переборет инициативу, перебьет мою, звезданет Майки, буду потом сидеть, жалеть об этом, как всегда. Посмотри, нельзя так делать. Почему у нас с тобой нету хилов, что ли? У нас Майки Лео хиллер. Так, грибы, вот, вот, вот грибы сейчас начнут тут. Угу, на тебе. Так, этот... Вот, все, ребят, теперь я спокоен. Теперь я спокоен, потому что мы с тобой хилинулись. Кирби мы с тобой ушатаем. Ну и грибочка-то тоже добьем. Все, двигаемся на вторую волну. Кто у нас там? Бибоп, Крис, Паукус и клан Футрис. Тут, наверное, лучше начать с Бибопа. Так, а ракеткой? Отлично. Так, теперь Криса надо взять в расход, в оборот. А, не получилось, да? Ну, я тебе давно говорил, что у Майки все-таки по атаке все очень плохо. Именно по атаке. Он все-таки идет как бафер, как добивающий, но не как основной дамагер. Основной дамагер у нас Лео, Усаги. Ну, Рафаэль тоже может. Но он, Рафаэля я больше бы отнес все-таки к классу танка. Да, он провокатор, танкующий. Тем более контрудар, контратака у него, стопроцентное срабатывание. Так что он не дамагер, он защитник. Так, ну что же, выбираем опять наших ребятулек здесь. Пиццелицей, да, змея-карай. Это для нас семечки. С Рокзаром, я думаю, здесь мы с тобой справимся на изи. Так, не добили, да? Ну, Майки как добивающий. Не зря я тебе сказал, что он идет как для добивки. Потому что основной дамаг он нанести не может. А вот именно добить кого-то там, у кого мало хп, да, это ему под силу. Причем я даже не использую его суператаку, дымовую эту бомбочку. Так, слушай, ну неплохо вот здесь получилось. Очень даже неплохо. Давай, наверное, мы с собой муку уничтожим. Так, теперь Пиццелицева попробуем запинать. Ага. Ну это ты зря. Пиццелицам крышка и карайке тоже крышка. Замечательно. Причем, да, Шреддер не пожалел свою дочку и превратил ее в змею карай. Ведь карайка это же его дочь. Правда, я сомневаюсь, что это родная. Мне кажется, какая-нибудь приемная. Так, раз, два, три, четыре, пять. Но, тем не менее, факт. Факт говорит о том, что у Шреддера вообще сердца нету. Он бессердечный, безжалостный. Так, тихо. Минус. Так, Ванюша, давай-ка мы тебя порубим на капусту.
фиг там что получилось. Ну что, хиляться, наверное, будем? Ой-ой-ой, тихо-тихо, Ванюша, успокойся. Блин, фига он бомбит. А что, у нас хила нет еще, да? Ну, молодцы. Лев, у тебя есть хил? Есть. Спасибо тебе большое, выручил команду. Ванюшу на фарш пускаем с тобой. Так, и этого добиваем. Переходим на вторую волну. И здесь нас поджидает, так, Шреддер, Бибоп и Паукос. Конечно же, пиццелицы. На всякий случай, ребята, я сделаю уклоняху. Мне не нравится их взгляд. Давай ковертушечку. Угу. Пиццу пустили на пиццу. О, он решил массово так сделать. Так, тихо. Ты видишь, да, сколько здоровья у Рокстеди, ой, у Рокстеди, у Бакстера? Мало. Может быть, даже нам придется от него отказываться в следующем бою. Потому что он может получить люлей. Так, ну что, у нас с тобой остается два всего лишь боя последних, заключительных. Хан. Вот с Ханом-то как раз у него инициатива зашкаливает. И я знаю, что он будет сейчас первым здесь стоять. Есть только усы... А, нет, нейтрализатор. Так, ну, ребят, тогда все. Тогда нам повезло. Майки, как ты видишь, хиляется. А мы с тобой нейтрализатора в первую очередь должны... Все заблокировали, вообще классно. Добиваем его. И вот этих вот... Ну, это мелкие партизаны, они ничего здесь нам не сделают. Тем более массовые атаки делают зачем-то. Рафаэль, естественно, их контрит. Так, переходим на последнюю волну. И вот он, Хан, где стоит. Так, начнем именно с него. Майки, ну ты... Смешно ты, конечно, бомбишь. Смешные нелепые удары у тебя. Так, в минус? Нифига. Начинается тут крик этих маузеров. Ладно, Рафаэль немножечко дал звездюлей. Так, ну тут нет смысла, ребята, делать какую-то суператаку, потому что, как ты видишь, у них иммунитет. А вот если вызвать маузеров, как вариант, может прокатить. Отлично. Дадите мне хилочку использовать? Нет, не дойдут. Блин, и че, я должен вот с такой фигней идти на оригиналов? Ну что, я не знаю, придется, наверное, идти на оригиналов. А что сделаешь? Ладно, поехали. Мы с тобой рисковые парни, да? Че, как говорится, нам не привыкать. Хотя шутки с ними плохи, я тебе серьезно говорю. Ну что? Блин, у нас уклонения нету, ё-моё! Ну-ка, Усаги, давай. У нас уклонения нет, ты прикинь. Так, предположим. Твою ж налево, у Лео нету массовой атаки. Давай подумаем, кто здесь, блин. Этот отдуплится, 100%. Давай, наверное, мы с тобой Рафаэля все-таки накажем. Ой, Леонардо, какой Рафаэль. Минус двоечку сделали. Так, теперь я предлагаю сделать провокацию на Рафаэля. Так, минус еще один. Ну и крышка. Я-то думал, ребята, сейчас тут будет такой бой жесткий. А мы их разобрали. Опять же, не без помощи Усаги. Потому что три персонажа умерло от постепенного урона. Вот так вот. Ну что же. Крэнк уже, как говорится, спит и видит, как мы к нему подкрадываемся сзади. Так, Кирби, Мутант, Белка и Гриб. Опять этот Гриб паршивый, а? С него и начнем. Так, добей его, Майки. Спасибо тебе большое. Блокернем? Эх, эх, Усаги, Усаги. Так, давай хернемся раз и навсегда. Чтобы я не волновался уже по поводу здоровья. Что ты там своей отрыжкой? На! Добиваем, потому что пониженная защита. И Мутант, Белка тоже должна, в принципе... отдуплиться. Так, следующий у нас там кто, по прогнозу? Ага. Ну тут, конечно, лучше сделать вертушечку. Почистить, так сказать, рядочки. Джастин. Минус. Крип.
Ай. Добьешь, Майки? Добил, красавчик. Ну, и рук содействуется, все. Найс. На изи, ребят, пошли. Ну что, тогда переходим на последний с тобой этап. Это у нас будет Крэнк, который любитель потирать свои клешовинки эти, щупальцы мелкие. Эх, красота. Вы думаете, что сможете ворваться на технодром и бросить вызов мне, Крэнгу? Конечно, могу. Не то, что сделаю тебе вызов, я тебя распетрушу сейчас, просто выкину из этого робота твоего. Будешь знать, как сидеть там, прохлаждаться. Я сделаю даже вот так вот уклонение. Вот таким вот образом. И начинаю с Бакстера Стокмана с тобой. Так, консервные банки, ну, попасть по мне не могут. Давай добьем, наверное. Минус. Так, ну и баночки эти тоже у нас с тобой улепетывают. Ну вот и тот самый ворчун, старый Крэнк, который сейчас только что орал. Думает, что вы можете так войти спокойно на технодром. Конечно, могу. Тин-тин-тин-тин, такой довольный. Что там? Вперед в атаку. Ну что же, приступим. Кстати, в мультике он, по-моему, мог летать. У него, видишь, у этого робота сзади турбина такая. Он мог летать. А здесь почему-то он не летает. Ну-ка. Ага. Хорошо. Давай-ка заблокируем. Не, у Саги не будет блокировки. Нет, не хочет. Тогда проникающий от Лео и... И он выжил. Хм. Ну, Раф добивает. Вот и все, друзья мои. Крэнк да выпендривался. Ты осмелился мне бросить вызов. Он меня насмешил этой речью, если честно. Ну что же, а нам с тобой остается только лишь забрать награды. Это пак и вскрыть сундучки. Давай посмотрим. Собрать. Вот он. ДНК. Так, это у нас Лео, Лео, Лео и Лео. Одних Леонардов нам давали сегодня, прикинь. Поехали вскрывать. Так. Леонардо фильм, Паукус. Опять Паукус. Хан, Зек, Карай, Макмен. Так, здесь Донателло оригинал. Леонардо классика плюс Леонардо оригинал. Майки, Рафаэль и Рафаэль. Все это оригиналы. Причем по две ДНК. Не кислые, тебе скажу. И Донателло классика. Слушай, неплохо. Очень даже неплохо мы с собой получили. Это я все забираю. В магазине у нас ничего нету на покупку. Есть, ну как же, ребята. Я не могу пропустить Рокстеди. А по жетонам? И по жетонам-то у нас тоже здесь все с тобой замечательно. Слушай, скоро Рафаэльчик у нас будет. Так, вот это вот надо обменять. Смотри, у меня... То есть оригиналы... Донни, Майки и Рафаэль прокачаны. Остается только уж Леонардо нам, да, оригинала получить и все. Хе-хе. А вот здесь немножко, конечно, похуже. Вот если мы с тобой Рафаэля прокачаем и Донни, то все эти персонажи у нас будут. И нам остается с тобой, наверное, прокачивать черепашек Космос. Плюс Шинигами, Алапекс. Ну тут, короче, ребята, еще есть кого качать. Плюс еще Шреддер классика у нас с тобой. Ну а потом, естественно, когда уже все здесь будет прокачано, нам остается только осколки с тобой искать. Жетоны, ну с жетонами все слабо, ребята. Вот за жетоны персонажи очень редкие. Блин, нам не хватает всего лишь 5 ДНК с тобой, прикинь. Чтобы Микеланджело видение могли прапать. Ну да ничего. Ничего, когда-нибудь накопим. Так, ребят, я, наверное, буду закругляться. Я за кадром набью энергию, да, наши откатики. 10 штучек, ну и 3 колоды бесплатные. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.